Эй, всем привет, друзья! С вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей. И мы начинаем второй сезон The Walking Dead. Если вкратце, у нас путешествие Клементины продолжается, и она учится выживать в мире, который давно и прочно сошел с ума. Когда каждый думает только о себе, кому можно доверять? Вот такой вот риторический вопрос. Играть второй сезон, первый мы полностью прошли. Его можно будет посмотреть вот здесь, вот ссылочки будут там на предыдущее видео, на плейлист, на всю вообще красоту. Так, мои решения – хорошо играть. Начать эпизод. Ну, окей, начинаем эпизод. Так, выбор главы, все, что осталось. Все, что осталось. Начинаем эпизод. Погнали, короче. Красота, 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 красотища. Импорт сезона 1, экономия. Второй сезон «Ходячих мертвецов» строится на основе выбора и последствий первого сезона. Теперь игра автоматически выполнит поиск в вашей системе файла сохранения первого сезона с завершенными эпизодами. Ладно, хорошо, пусть она это сделает для меня. Это прекрасная, чудесная игра. Все делает сама, видишь как. Так, сезон файл 1 сохранения был найден. Да, 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 загружаем. Этого чувака, если помнишь этот эпизод, я тоже спас. Даже есть отдельное видео. Так, игра, 400 дней. По-моему, вот это. Да, вот это он. Я его прошел полностью. Первый сезон полностью прошел. Ранее в «Ходячих мертвецах». Как тебя зовут? Я Клементина. Ты через все это сама прошла? На, поебало. Хорошо. Я знаю, кто ты, и знаю, что ты убийца. Это да, это хорошо, мы его закололи. Ли, тебе пришлось убить этих людей? Ну а хули делать? Я тебя спасал. Надеюсь, ты понимаешь, что с ней делаешь. И они были не люди, они были людоеды. Попало. Попало. Молли сказала, что из всей саванны люди остались только в Кроуфорде. Значит, мои мама и папа должны быть там. Хорошо, можешь пойти, но обещаю, что будешь вести себя тихо. Клементина! 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 Ну да, здесь все пошло по пизде. Вот с этого момента. С этого момента пиздец был, да. Я ему говорил, заматывай запястья. Понимаешь, я знаю, что такое быть отцом. В отличие от тебя, я не буду подвергать ее опасностям. Хоп, пиздел. Оп, хорошо. Оп, и задушил, нахуй. Да, это не спойлер, это уже было. Ладно, Ли, я видела своих родителей. Это хорошо. Можешь меня оставить, это нормально. It's okay. Ты можешь пойти со мной? Нет, милая, не могу. Все хорошо. Найди Амида и Кристо. И я его не застрелил. Я пощадил нервы, ну, вообще эмоциональное состояние Клементины. Представляешь, убить, да, близкого человека? Даже если он в зомбаря превратится, нахуя это надо? Для нее уж ничего не изменится. А если она... то... очень... и возможно... который приведет хуй знает к каким последствиям. Telltale Games presents Skybound Entertainment. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Похоже, да, на уток каких-то. Ну, вряд ли это вороны. Хотя, они издают звуки, как вороны. Хотя, внешне похоже на уток. Вот такая вот загадка, да? Вот этой игры. Это утка, сука, или это ворона? А? А? Утка или ворона? Пиши мне в комментариях. А, пишу мне в комментариях. Кто это? Я не знаю. Амид, ты, наверное, шутишь? Нет. Нет, уже нет. Почему нет? Потому что... Да ладно тебе, Криста, а что не так, вы меня Амид? Мы не назовем ребенка Амидом, одного тебя достаточно. Клементина, нужна помощь. Вам двоим решать. На голосование зашло в тупик. Ну, мой голос считается за двоих. Это нечестно. Ты скоро будешь рожать? Нет. Тогда рассказывай, что честно, а что нет. Тогда не рассказывай, да, вот, ты не воспринимаешь это всерьез. Я ко всему отношусь серьезно, особенно к будущему крошке Амида. Будешь болтать, останешься ночевать под дождем. Помнишь, как было в Барстоу? Вспомни выходные в Вегасе. Все, пошла пить. Может, ты приведешь себя в порядок в дамской комнате, Клем? А может, ты, как настоящий мужик, возьмешь...
Надеюсь, умывальник тут работает. Я бы на это не рассчитывал, только будь осторожен и ничего не забудь. Мы будем за соседней дверью. А может быть, ты, как нормальный мужик, должен был пойти и сам все проверить? Сначала для жены все проверить. Каждую кабиночку, нет ли там кого-то. Может, там труп валяется, может, там зомбарь. Может, там убийца какой-то, людоед, хуй знает кто. Потом оставить ее там. А отправить туда девочку в соседнюю тогда. Если они так стесняются вместе ходить, пожалуйста, иди в соседнюю проверить. Все ли там хорошо? Стой на страже рядом между этих дверей, чтобы никто не вошел. Так нормальный мужик сделает. Он убедится в безопасности своих женщин и детей. А этот какой-то распиздяй, этот томит. Я хуею с него. Просто долбоеб. Ой, фу. Ой, фу. Ой, фу. Не-не-не-не-не-не-не. Пистолет как пиздец, да? Он такой здоровенный. Мне кажется, даже пальчиков не хватает, чтобы его обжать нормально. Мишка какой-то сдох. Прям на толчке. Мишка слишком старался и пиздец настал. Прям смерть нелепая, да? На туалете. Сидя, лежа. Но нормально чистый. Ну, чистый относительно, конечно. Фью, ух, какая я. Ух, хорошо, никого нет. Это должен был сделать Амид, сука, я до сих пор буду на это настаивать. Блять. Какая хрень. Амиду просто похеру на всю свою семью. На Клементину, которая хоть и не их родная дочка, но все равно это ребенок, о нем заботиться надо. А тем более о жену. На жену ему беременную тоже вообще наплевать. Пиздец, просто. Вот распиздяй редкостный этот Амид. Чё ещё тут скажешь? Больше ничего не скажешь. Только бы здесь была вода. Только бы здесь была вода. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На, херушки. Неудивительно. Figures. Цифры. Figures. А, что это такое? А что у нас здесь? Водичка у нас, да. Пестик. Пистолет никогда нельзя оставлять на этом. Без присмотра где-нибудь валяться. Возьми ты, положи его в кобуру. Сделай себе кобуру, в конце концов. Чтобы он был всегда с тобой. Ни на секунду. Пиздец, да? Идеально чистое лицо. Better. Oh, shoot. Ну все, пошли за ней. И сейчас как... Блин, пистолет возьми. Возьми пистолет, я чувствую, будет какая-то хуета, если ты его не возьмешь. Возьми пистолет. Где наша вода? Вот она. Пиздец, а почему она здесь? Она же вроде укатила в соседнюю кабинку. В соседнюю кабинку? Бррр. Ну все, пиздец. Кто это такая? Что это за мразь? Блять, ну быстрее бы бежала, сука, за пистолетом, а? Ну нахера, ну что? Ну это смешно просто, там лежит пистолет, там лежит твоя сумочка, рюкзачок. А ты стоишь на толчке. Ну, реально, человек зайдет, он же не долбоеб. Он же понимает, что сейчас в туалете кто-то сидит или стоит, или без разницы. Ну вот, все, пиздец. Я об этом и говорил, надо пистолет держать всегда при себе, особенно в такое жопное время. Особенно в такое жопное время. Когда тебя может наебашить любой, везде и всегда. Пиздец. Сейчас наебут. Сейчас нас взъебут, выебут и разъебут. Какого хера? Где вообще Амид? Почему она так просто сюда зашла? Ну кто это такая? Где, блять, Амид? Куда он, сука, съебал? Промолчать вариант ответа. Ты кто? Не твое дело. Ты мне что-то сделаешь? Только если будешь делать глупости. А мы глупости делать не будем. Мы не будем делать глупости, иди нахер. Дай нам спокойно слезть, подойти к тебе, взять пистолет и дать тебе поебал. Дай-ка нам эту возможность. Только дай мне эту возможность. У тебя что-нибудь есть? Давай, обещай. Это все, что у меня есть, заебал. Это все, что у меня есть. Это все? Как ты столько протянула? Я серьезно, что у тебя еще есть? Это все. Не ври, я пристрелю. Отдай мне все, что у тебя есть. У меня ничего нет. Дай мне тебе кепку. Нет. Где-то я взяла. Папа подарил. Так. Папа подарил. Папа. Давай ее сюда. Сука, да, настойчивая какая? Настырная мразь. Я тебе сейчас дам поебалу лучше. Хлам, хлам, хлам. Ты посмотри, сколько хлама. Дерьмо, дерьмо. Очередное дерьмо. Почему у тебя ничего хорошего нет? Как у тебя, когда ты стал ля-ля-ля? У них куча полезного дерьма было. Хороший был улов. Сука.
Давай, Ами, не, блядь, не стесняйся, дай ей поебалу хорошенечко сзади. Ну что стоишь-то, долбоёб, пялец на меня. Будешь плакать, рыбёшка? Будешь плакать, рыбёшка? А, это твой папашка? Ну пиздец, всё, ну и придурок. Ну и хуй ты... Ой, блядь, какой ты долбоёб, Амит! Ты всех поставил, ещё и сдох. Ну туповатый, конечно, он редкостный тупой человек, персонаж, идиот. Ой, пиздец. Сейчас войдет его жена и наебашит тут всем к хуям, да? Услышав выстрел. Она же адекватный человек. Она адекватный человек, я надеюсь. Ну вот так, заебись. Все правильно. Взъеби эту суку, нахуй. Я не хотел, я не хотел. Ну, с ней. Вот, все хорошо. Вот и правильно, нехуй тебе жить. Нехуй тебе жить, братья. О боже. Все четко. О боже, Мит. Амит, долбоёб. Взял и погиб просто. О боже, Амит. Амит, ты меня слышишь? Амит. Пиздец. Беременная с ребенком. Охуеть, да, осталось? Все в лучших традициях. И кто вообще беременеет в такое время? Ну нахера вы это делаете, я не понимаю, блядь. Нахера беременеть в постапокалипсис зомбический? Хули вы с ребенком-то будете делать? Полурки. Что вы ему дадите? Какое счастливое детство? Я хуею. Просто хуею. 16 месяцев спустя ёбнуться можно. 16, блядь, месяцев спустя. Это почти полтора года. Охуеть. Очень странные. Они очень странные. Семейка. Криста, где ее ребенок? Подожди, а где ее ребенок? Она же беременная была. У нее был выкидыш или что? Вот видишь, у нее живота нет. Где ее ребенок? Почему игра не отвечает на этот вопрос? Или она потом ответит? Что за хрень? Почему не показали такое важное событие, как ну, выкидыш или рождение? Может быть, он родился мертвым, может быть, потом умер. Что было-то? Посмотри, это безнадежно. Дерево сырое и не горит. Наберите его под елками, под сосной, там всегда сухое и все. Все в порядке, я подожду, что еще можно сделать. Давай искать решение, а не ныть. Наверное, надо найти то, что будет гореть, не знаю. В темноте и под дождем это не так легко. Это легко. Идешь под сосну. А это должна делать ты, я, не ты. Поддерживать огонь, чтобы можно было приготовить еду и согреться. Ты должна это уметь, Клементина, иначе... А, Клементина должна это уметь. Идешь под сосну, о, не под сосну, под ель. Под ель там такой у нее, блин, ну такие у нее плотные иголки и вообще сучья, что там сухое все под ней. Собираешь все, что под ней есть, надо идти дальше. Нам нужна группа, так... Так, нам надо идти дальше. Да, да, нельзя оставаться на одном месте долго. Это опасно, да, реально. Надо двигаться дальше. Мы все время только то и делаем, что идем, но так и не можем никуда прийти. А, так в этом и смысл. Все время двигаться. Не оставаться с места на месте. Все время двигаться. Думаешь, сейчас холодно? Вот доберемся до Веллингтона, тогда посмотрим, что ты скажешь. Если доберемся. Впереди еще несколько трудных месяцев. Эта морось превратится в ливень, потом град и слякоть, а затем и вовсе снег выпадет. Будет нелегко. Блин, пиздец, надо поддерживает. Поддерживает позитивный дух. А там будет лучше? Правда? Безопаснее, наверное, так говорят, но я не знаю. Должно быть так. Так и будет, я знаю. Увидим. Надо идти дальше на север. Уверен, ёпта. Такая она мне брутальная стала женщина вообще. Что с ребенком там стало, брутальная женщина? Почему не объясняет мне игра это? Я хочу знать. Так, мне не хватает Ли, мне жаль, что Амида нет с нами. Нам надо добраться... Я не хочу поднимать тему Амида, Ли, еще кого-то. Близких. Короче, просто нам... У нас есть цель. Все, говорим о ней. Пойду еще дров поищу. Да, ну иди. Поддерживай огонь. Ну хорошо, я буду поддерживать огонь. Keep the fire. Keep the fire. Кого, интересно, они жарят? Как они поймали? Ничего не объясняется. Хуй поймешь, как объяснить? Она пострелила его или что? Ой, ну, это странно. Непонятно. Как они все это время выживали? 16 месяцев, представляешь? 16 месяцев они вдвоем выживали. Она еще беременная. Хуй знает, где ребенок.
Может, она тоже людоед? Может, она тоже съела ребенка своего? Сказала, что ушел в лес? Прикинь, да, будет поворот такой. Такой твист сценарный, сюжетный. Кенни, Кенни, Дак и Катя. Всех нет в живых. Всех нет в живых. Всем пиздец стал. Ли, кстати, тоже, который был на фотографии, тоже помер. Превратился в зомбаря. Но мы его не убили. Это было в последней серии первого сезона. Основной серии. Ну, в смысле, потом-то были еще мини-эпизодики, но они уже особого отношения не имеют к прохождению основного сезона. Так, отвлечение. Возможно, они будут в дальнейшем иметь какой-то какой-то сюжетный, как сказать, какой-то сюжетный цель, или, возможно, как-то отзовутся в будущем, пока непонятно. Вот так, хоп. А, сюда. Все, зажгли, заебок. А что у нас? Она какой-то листочек, да, взяла? Ну, это не так делается. Ты должна подложить его под сучи, бумажку эту, и поджечь, чтобы сразу пламя оказывало воздействие на дерево, и оно загорелось. А так в руках-то, ну, что прогорит оно, и хули. Почему-то бумажка, она очень быстро прогорает. Не как у нее там еле-еле-еле тлеет, как спичка. Что такое? Это что такое? Изменилось, да? Визуализация, заметил? В первом сезоне она была другая. Так, какой-то знак, номер. Ну, пойми, что. Что такое? Это что это за животное? Он не поджарится. Ну, вообще-то поджарится. Я бы даже сказал, сгорит, если вы не будете его крутить, вертеть. Просто огонь. Огонь недостаточно какой-то там... Да хуя большой. Так, берем бревно. Он может и будет гореть. Он и не должен быть большим. Это должны быть по-хорошему так угли. И вы должны на нем готовить, на углях. А так-то огонь, ну что, сгорит нахуй. Надо так все время постоянно крутить его. Вот так вот. Как будто заводишь старый драндулет, помнишь, который изводился спереди такой хуетой. Сжечь полено, да, сжечь полено. Какой нахуй рисунок? Сжечь ли, да? Рисунок ли, нахуй надо? Это ж память, это память. Жгем полено. Полено это, ну, это полено, хуй. Это полено. Что еще за пиздец? Что еще за пиздец? Кто там пиздит? Что за мразь? Туда наша Криста ушла. И на нее сейчас пиздят, да, я так понимаю? Кто-то, она попала в какой-то пиздос. Так, возьми портфель. Пиздец, ну опять ты ничему не учишься. Возьми с собой сразу портфель. Если придется бежать, что ты, блядь, все бросишь, что ли, здесь, или что? Заебало уже. Клементина, чему тебя учил-то, Ли? Ёбнуть. Ну это же... Ну, это же просто, сука. Ни хрен. Ты куда одурачить? Ты кого пытаешься одурачить? Скажи правду, и тебе ничего не будет. Ты что, издеваешься со мной? Где остальные из твоей группы? Я тут одна. Чушь, она врет. Хватит гнать, дамочка. Я отвлеку их. Я их отвлеку. Так. Въебала. Да, хорошо, умничка. Я думал, она просто в сторону бросила, она въебала, прям ебанула. Молодец. Так, подождите. Так, напряженный момент. Сейчас надо будет прыгать, уворачиваться, да, скорее всего? Давайте, давайте. Раз. По одному. Давайте по одному, пидорасы. Так, держи. Не расслабляться. Сука, 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 сука. Так, хорошо, сюда. Беги, 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 малышка, беги! Ага, прекрасно. В жижу, в грязь. По сучи, блин. Да, ну, сука, откуда зомбар-то здесь? Мать твою! Так, подожди, куда? Сюда. Ветка. Так, заебись. Хоп, пошел нахуй! Ты, и правильно, все четко, блядь. Пошел нахуй от меня, пидорас кусок. Я поесть хотел, а ты, мразь, мне все мешаешь. Как он поймал меня? Как он меня поймал? Какого? Кусай его, сука, откуси ему нахуй палец этот, блядь, ебаный. Откуси, ну, вызывает, откуси его нахуй. Правильно, молодец. Умничка, ну что ты, молодец. Молодец. Так, пошел нахуй. Пошел нахуй. Еще, на, блядь. На, да получи там раз! Сука, какой пидорас, а? Живучий, так, подайся! Подайся, руку! Да-да, она шутит, да, сейчас она так пошутит тебе въебалом по яйцам, даст. Ой, въебалом, коленом, ногой, пяточкой, всем чем угодно. Сука, да помогите кто-нибудь, пидорасы, блядь, никого здесь нет. О, отлично, заебок, зомбарь! Ну! И чего, блядь? И чего? И че ты застрял-то там, пидор, блядь, иди сюда! Так, заебись. Жри его нахуй! Жри его, блядь, иди нахуй от меня! Пидор, отвали от меня, сука, мразь! Гандон! Заебись!
он просто кью, нахуй, налево. Кью, она у меня перестала работать, и она оказывается, я думаю, сейчас, сука, привлечет к себе и сожрет нахуй меня. Да, направо, все четко, вниз, хорошо. Вернее, как, назад, это вниз, назад. Пиздец напряженный момент, пиздец он напряженный. Так, подожди, кинуть ебало, вот сюда, да, на. Дальше, кидай еще. Пиздец. Вот, ну куда? Ебать. Клементина, сука, не дыши. Это вода, не дыши, Клементиночка. Не дыши. Хорошо, сука, спаслись. Мы спаслись, заявись. Вода, бурная река всегда, кстати, в таком лесу. Но, правда, никогда в жизни не видел такую бурную реку в лесу. Ни разу в жизни. Чтобы она хоть где-нибудь встретилась. А им везет, видишь. А прикинь, там был какой-нибудь сраный ручей, говноручей. И вот такой мелкий, и все, и пиздец. И че, блядь? Ты просто на него плюхнулся в жижу эту, и максимум ты можешь там замаскироваться. Напряженный момент, пиздец. Напряженнейший, блять, момент. Это называется, знаешь как? Это рогоз. Это не камыш. Камыш — это то, что... Это рогоз. Это минутка просветления. А рогоз — это такие... Ну, это как, типа как сама трава, вот, которая растет под основным таким коричневым сосисочкой. Это вот она и есть камыш. А рогоз — это вот сама сосисочка. Не путай их, пожалуйста. А то мне будет очень стыдно за тебя. И если что, ссылайся на меня. Ты всю информацию узнаешь от меня. Развиваешься... Умеешь, интеллигентируешься в высшую степень благодаря мне. Понимаешь? Вот так нескромно я думаю о себе. Да. Помогаю, раздеваю. Давай, можно быстрее идти. Это хорошо. Так, подожди, а тут-то что? Куда мы пошли? Вот. Вот это вот хуета, это рогоз. А вот эта сама трава, это камыш. Ну или может он по-другому немножко выглядит? Ну посмотри, короче, разберешься. Разберешься, пойдешь на болото, разберешься. Берешь на свидание свою девушку на болото. И начинаешь ей рассказывать вот про камыш, про рогоз. И она смотрит на тебя и думает, пиздец какой он умный, ебануться можно. Я китскэм. Я просто счастлива, что такой мужчина мне повстречался. А ты берешь и пишешь мне благодарность в комментариях, что спасибо за помощь в соблазнении очередной красотки с помощью рогоза и камыша. Вот так это будет бюджетненько, простенько, красивенько, по-деревенски. Зато эффективно. Эффективно! Это old school. Старая школа, она всегда впереди планеты всей. Ох, нихуя себе. А Клементина, да, сильная. Сука, взяла и просто потянулась. Вот так вот. Ты можешь взять и потянуться просто? А она может. Хотя она девочка, 10 или сколько ей? 11 лет. Уже я не понимаю, ей было 9 или 10. Прошло 16 месяцев. 16 месяцев, это полтора года. Значит, ей уже где-то 11-12, так получается. Так, что здесь такое? Что здесь происходит? Подожди. Здесь справа что-то есть. Почему я не могу посмотреть? Все, я все могу. Какой-то что, и зачем, и чего, и нахуя? Зачем мне это показывают? Вот зачем некоторые моменты в игре меня вымораживают? Нахуя они мне их показывают? Так, подожди, далеко идти, давай сюда сначала. Сначала сюда, это что, весло? Или это что, табличка какая-то? Вы поймешь. Давай. Посмотри на него. Посмотри, какой он изящный. Какая у него поза такая. Понимаешь? Какая у него поза? Вот такая у него ебанутая поза. И че? Так, там что-то... туда идти. А здесь смотреть. Это какая-то, да, крестик. Это какая-то могилка какая-то, чья-то. А здесь вырыто, поставлен крест. Христиане. Епт. Вот так вот они хоронят своих людей. А может там собака лежит, хуй знает. Вообще это нормально хранить собаку и ставить крест на могилку или нет? Или это какое-то кощунство? Никогда не задавался таким вопросом. Я вот задался. Я пока не знаю. Надо будет посмотреть. Или там просто ставят какой-нибудь маленький памятник. Какой-нибудь камушек. Хуй знает что. С именем Барсик. Барсик или там Рекс. Ну давай. Че сюда? Смотрим. Че это такое? Be aware of your surroundings. Опасайся то, что вокруг тебя. Всякие змеи, пумы, медведи, вся хуйня. Но я бы опасался больше всего человека. Человек — это такая мразь, что от него хуй че знает, чего ждать. Неизвестно, просто неизвестно. Даже если он не зомбарь, он может быть просто конченной мразью, которая тебя просто возьмет, наебет, обманет, разведет, украдет, убьет и так далее и т.п. Ну и вот и все, и хуй ты будешь делать. А с животными проще. Им просто нужно пропитание или защита себя и своей территории. Больше им не надо нихуя. Причем пропитание им нужно только минимум. Вот только на сегодняшний день. Никаких припасов. Если ты, конечно, не хомяк какой-нибудь там. Или там медведь. Ну, у них тоже это все объяснимо. Они
припасают на зиму припасы. А человек, который там... Сука, иди нахуй. Идите в жопу! Вы меня пугаете. А человек, который там берет и обжирается сверх меры. Нахуя вот это? Вот это хуя. Когда-нибудь видел жирное животное? Прям жирное, потому что он просто любит пожрать. В основном это какие-нибудь кастрированные коты, которые природой уже... Ты взял их, поломал и все, и хуя. И такая хуета с ними случилась. Уже не работает нормально у них организм. Так, это что за псина? Все хорошо, песик, все хорошо. А, ну, вроде да, он не злой. Вроде не ебанутый. Так, не знаешь, где мы? Так, смотреть. А, давай сначала поговорим, чтобы он привык к голосу моему. Это будет правильно. Типа ля-ля-ля-ля-ля, он привыкает, видит, что у меня, ну, позитивные вибрации. Если так, типа, надеюсь, все хорошо, типа, да? Позитивные вибрации, и он такой, типа, да-да, ну... Он же слышит, что это не какой-то там рык или там. Это так я рык изобразил. Ну вот, он же это видит, чувствует. Животные, они чувствуют вибрации, вот эти все человеческие голос. Эй, что ты нашел, песик? Ты куда? Подожди. Ты wait up, ты куда? Подожди. Ну и че, и блять, и где мы? Где же Криста? Где вся хуйня? А, вы что, а уже вместе. Уже вместе! А вот с собакой-то будет проще дальше идти. Я надеюсь, она с нами останется, не съебет куда-нибудь. С собакой будет прям хорошо. И чего? Похоже, тут все перерыли, но кто знает. А, я не знаю. А кто знает? Я не знаю. Поищем-ка тут еду. А, у тебя кит решил спеть в животе, да? Его китовую песенку. Китовые песенки, знаешь, такие в животе есть. Идешь на свидание, и у тебя живот решил... Кит просыпается, такой, я сейчас спою для твоей избранницы. И начинает урчать, журчать, бурчать, урчать, ворчать. Все, свидание. Ну да. Или такой, какого хуя? А, так, она у нас голодная, надо пожрать, да? Значит, еды нам надо. А, это что такое? Это что такое? Это брокколи? Это брокколи на вечеринке какой-то, да? На пати-вечеринке. Брокколи автопати. Нет, это какая-то хуета. И что здесь? Что здесь есть? Что здесь вообще есть? Это что такое? А, это типа фрисби, да? Это фрисби! Ну кинь собаке фрисби, они любят фрисби. У меня есть фрисби, собака, а собаки у меня нет. Но я нашел выход, я играю с девушкой. Я ей кидаю, она бежит. Бежит за фрисби! Как не хуже собаки. Хуяк. Ловит, правда, рукой. Но ничего, тоже ловит. Вот так все. Все. Молодец. Молодец, молодец. Давай покорми лучше этого гудбоя. Вот есть какой-то консерв. Давай, бери его. Почему мы только это все осматриваем? Почему мы не можем это взять? Почему это все пустое? Пусто. Ищем. Идем дальше. Пюасик. Че они так вырывают там каждый раз? Заебал. Че такое? Че такое? От палатки мало что осталось, скорее всего, ее мародеры разломали. Ну да. А нахуя мародерам разламывать палатку? Ведь палатка... Ты что, охуел? Палатка — это ценность. Эй, песик, что такое? Палатка, она всегда пригодится. Что ты ловишь-то? Какой случился? Какого хера? Надо быть, вести себя тихо. Песик, ты что, ебанутый? Что у нас здесь? Только бы тут было что-то полезное. Я надеюсь, там не какой-нибудь зомбарь, который сейчас идет ко мне, а я нихуя его не вижу, сейчас меня сожрет нахуй. О, боже. Как же мне тошнит от этого запаха. А что там такое-то? Какие-нибудь яйца, да? Яйца сваренные, знаешь, такие расчищаешь его, оно такое, пух, на весь вагон, куда-нибудь едешь, и все едят яйца. Приходят в вагон, все начинают сразу жрать, будто ты везде не ел. Это вот первое, что надо сделать, сразу начать жрать яйца. Яйца и курочку. И все хуярят, вот, и едят. А еще поезд даже не поехал, блядь. Какого хера, вы так проголодаться, где успели? И на весь вагон вонище этих яиц и курицы. Все хорошо, вы умные, а он нет. Мы умнее их всех. А, так, че, нож, да? Ну нахуй, у тебя рука здесь, я не буду трогать. А, давай посмотрим, что с ним. Надо его вырубить. Я не собираюсь тянуться к ножу, я не долбоёб. У него рука свободная. Мне надо сначала расхуярить ему башку, наверное. Или как-то связать его, или что, я не знаю, что с ним делать. Как думаешь, он сам себя привязал? Или его кто-то заставил? Я думаю, когда он был нормальный, его... А, ну вот, берем палку.
Когда он был нормальный, его взяли и на всякий случай привязали. И вот видишь, к чему это привело? Дали ему нож, на, вырезай себе этот укус. И вот нихуя не вырезал, и получился вот такой пиздец. Уеби. Держите, молодой человек. Вам нравится? Че, он еще живой, что ли? Это пиздец. Ну, было бы странно ждать другого. У нее же так, не такая силища, да? С одного удара вряд ли она проломит башку ему. А вот с двух... Хорошо. С двух вполне может, хотя тоже нет. Не, нихуя. Давай еще. Тут почему-то многим надо 3-4 удара. И не важно куда. 3-4. Ну, где тогда? 3, видишь? Уже 3. Давай еще. 4. Все, заебись. Аж шею сломала, да? Такая хуяк такой хруст. Молодец. Видишь как? Со временем... Сколько прошло? Почти там полтора года, да? С момента, как она с Ли рассталась. Мне хочется думать, что если бы они были живы, они бы захотели тебе помочь. Ничего, почти полтора года. И видишь, она как научилась справляться сама. Так, нам надо нож. Ну, бери нож давай. Только надо его помыть, почистить. Он же весь заразный, в кровище весь. В жиже, в грязи, в паразитах, в говне каком-то. Помете, хуй знает в чем еще. В его слизи, в его козявках. Все что угодно. Сегодня мы не ляжем спать голодным, согласен? Согласен. Вот. Мы сегодня не ляжем голодными, мы съедим нож, нахуй. Пойдем посмотрим, что у нас здесь в этом тазу. Давай. Там, наверное, плов какой-нибудь, да, свеженький, а? Плов? Нет, нихуя. Нет, здесь просто салатки. Салат. Ну да. Ну и чего, блядь. Так. Давай, Клементос, иди. Все, она, сука, тупит у меня. Че здесь такое? Че такое? А, это фризби, он нам нахуй не нужен. Он нам не нужен. Давай смотрим. Как думаешь, здесь кто-то спал? Не могу сказать. А нахуя тебе это знать? Спал там кто-нибудь или нет? Пожалуй, не будем ждать, а выясним. Ну давай выясним. Че мы можем найти? У нас здесь никакой еды не осталось, да? Нету вообще ни у я. Машина. В машине нет нихуя. Нихуя. Так, а что еще? Где мы еще не смотрели? Где-то я что-то проебал, да? Здесь ничего нет, видишь? Зомбарь. Ну и что? И куда идти? Ну это фризби, я не буду в фризби есть, идите нахуй. Зачем мне нужен? Зачем он мне нужен? Еще хочешь? Нет, не хочу, я хочу поесть, заебал. Сама бегай за ней. Дурында. Пиздец ты бросил. Вот это бросок, да, заебись. И чё, блядь? И чё? Но бросок уже был другой. Тебе наверняка этого не хватало. Мне так точно. Она сказала, мне так точно. Она отчиталась перед собакой. Так. И чё? И куда? Куда надо дальше идти? Я никак не понимаю. Здесь ничего нет. Здесь нету никуя. Видишь, я хожу как долбоеб. А ничего не могу найти. А, во, что нам здесь сюда? Давай посмотрим в баке. В бак. Ну давай, заглядывай. Ну и что там? Это парашек это. Мусор. Да, дерьмо, мусор. Что там? Возьми, ты просто вытряхни ты на землю эту бочку. Зачем рыться-то в ней? Может там острая банка, порежешься, зараза попадет. О, заебись. О боже, спасибо. Что это такое? Family style? Какая-нибудь там каша, да? Смотри, банка. Окей. Ну, банка. Посмотрим, что внутри. Ну, а что там внутри? Там внутри, наверное, еда. Вряд ли там, я не знаю, бусы. Или расческа. Family style. Ну да. 1978 год. Хуя себе. А, это не дата производства, это просто... Никогда так не открывай банку, дура! Ты ж порежешь себе руку, поставь на землю. И вот так вертикально воткни, убери ноги, руки, и все. Нет же, пиздец, одной рукой держишь, промажешь, руку тебе разрежешь. Ну разрежешь же руку, я так чувствую. Пиздец, еще тыкать так, ебать, да? Хуяк-то, на... Сюда... Она даже не протерла нож после этого зомбаря. Даже нигде его не помыла, водой не обработала, ничем, нихуя. Просто сразу в еду его засунула и все, и пиздец. Как она до сих пор не заразилась, я не понимаю. Что это за распиздяйство, мадам? Это бобы какие-то, да? Ну да, выглядит, конечно, не очень, аппетитно выглядит все это дерьмо. Еще грязными руками, господи, ты пошмой. Какой ты пиздец.
Какой ты пиздец, мадам? Тут только одна порция есть. Хочешь, не конючь. Так, не конючь. Дай сначала сам поем. Сама поем. Don't beg. Не попрошайничай. Beg — это молять, попрошайничай. Дам тебе то, что останется, ладно? Ну пиздец, ну как можно отказать собачке такой, да? Они так, так смотрят на... Ты чё, охуел? Ты чё, охуел, блядь? Иди нахуй от меня! Сука, ах ты мразь! Пиздец, ебанутая собака, просто... Ебать! Ты видел, что он делает? Ты видел, что он делает? Ну-ка, давай, блядь! Уеби этой суки! Пизди её! Ебануться можно! Что это, блядь, было? Их и пиздец, я даже никак не провоцировал ее. Какого хуя? Из такого милого песика с его своим... В такое чудовище превратится. Это что, с какого? Так тебе и надо, иди нахуй вообще. Пиздец, тупая псина, мразь. Я бы тебя еще на мясо порезал и запас ей сделал. Пидорасина. Нахуй, убить ее нахуй. Чтобы не мучилась. Ну, мразота, это пиздец. Сейчас у нее будет заражение. Стопудов будет заражение от такого укуса. Она просто разорвала нахуй руку, ты посмотри. Убей ее нахуй. Не надо извиняться. Просто угандошь ее. Ну это конечно так. Ну так, она так не убила. Надо чук и... Или сразу под сердце бить. А так она, как-то мне кажется, только... Ну и хуй с ней, и то хорошо. Не будем придираться к таким мелочам. Все нормально. Ну это пиздец, ты посмотри. Разорвала к хуям. Самое страшное — это заражение, которое у нее пойдет потом. Она же ничем не обработает, у нее нихуя нет. Ну, мерзкая псина, это же пиздец просто. Это же просто пиздец. Жаль, она у меня не кореец, так бы хоть запасов сделала себе собачатины. Тоже, да? Куда она идет? Вот куда она идет сейчас? В полной темени. Едва поевшие эту кашку, или что там было, бобы, фасоль, побрела куда-то. Без нормальной одежды, ночью, в лесу, пиздец, без оружия, без огня, без нихуя. Без воды даже, когда она пила последний раз. Как она до сих пор выживает, я не понимаю. Музыка здесь, конечно, решает. Ну да, это, видимо, заражение пошло, она отрубилась. Или что? Только, сука, не скримак. Только не скримак, пожалуйста. Ненавижу скримак. О, блядь. Ёба твою мать! И тебя еще только не хватало, сука. Ебануться. Ну откуда? Ну почему я их не слышал раньше? Почему я слышал музыку раньше, а не их? Ебаный в рот, блядь. Откуда они взялись все? Давай, отнимем тончик и убегай опять от этого говнища. Так, бегите. А куда? У меня она не бежит. Куда я должен бежать? Я пытаюсь, она не бежит. Видишь, она бежит только в одном... Она даже не бежит, она еле-еле идет. Ну давай, убегай, ну пожалуйста, ёб твою мать, она не убегает, она, я не понимаю, что делать, видимо, сейчас, ну... Ну давай, блядь! Пиздец, спаси, мужик! Ты, блин, золото, а не... Мужчина, ты молодец! Все б такие были! Болты закончились, хватай ее и идем. Как они могут закончиться? Иди, вытаскивай и стреляй заново. Они же еле ходят. 10 раз успеешь вытащить этот болт и выстрелить еще раз. А не успеешь, как беги в сторону и все. Выстрели еще раз, перезарядись. Не знаю, они как-то... Слушай, слишком переоценивают этих зомбарей и их скорость. Слишком переоценивают. Думаю, мы в безопасности.
Ага, да, все хорошо. Hey, you all right? Эй, у тебя все в порядке? Я промолчу. Не в порядке, такого варианта нет. Мне просто хуёво. Okay. Ладно, я так понимаю, это значит нет. Вот, да, это значит нет. Это значит нет, но что будет дальше? Давай посмотрим следующие серии. Сейчас подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии. Подписывайся на паблики, все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.